Значит так, господа, наша задача в миссии на сегодня — захватить Коэшем Исланд. По-моему, он так называется. Коэшем Исланд. Если не так, поправьте меня. Кешем обычно называют. Кешем Айленд, да. Ну, неважно. Вот, захватить Кешем Айленд. Часть уже авангарда находится на острове. Вот здесь видно, да, наши танки стоят уже на берегу, соответственно. Как их туда высадили, вы меня не спрашиваете. Можно сразу миссию закрывать и удалять. Вот. Короче, авангард есть. Достаточно хорошо так растянулся, да. А наша задача — привести наши танки на север острова, вот сюда. Вот. У нас будет два укрепрайона. Противник будет находиться вот здесь, в районе вот этого города, перекрывать дороги. Противник будет находиться вот здесь, в районе вот этого населенного пункта, тоже перекрывать дороги, соответственно. Также противник раскинут по острову всякие засады, ПВО, ПЗРКшники, группы разведки, группы, готовящиеся навести удары. Вот, я записал не все задачи, которые надо будет выполнять. Часть задач я буду выдавать постепенно по ходу миссии. Вот, если мы будем выполнять быстро задачи, те, которые записаны в брифинге. Вот. Дальше, значит, начинаем мы с чего? В воздухе находятся на данный момент два самолета противника. F-14 синей стороны. Истребители у нас стартуют с аэродрома Ай-Минах. То есть первая задача – вы быстренько заводите, стартуете, летите на север. Летите на север, подходите к Коэшем Исланд, да? Лучше подойти вот к этому островку, где есть ПВО на зам. Я могу вопрос задать? Давай. Те самолеты, которые записались в истребители, можно взять два харма, чтобы подавить ПВО? Смотрите, какая ситуация. Сейчас вы будете давить ПВО, а на вас сагрятся истребители противника, и, скорее всего, у вас завяжется воздушный бой. Задача истребителей, в принципе, подойти как можно ближе к этому острову, либо подойти вот сюда как можно ближе, вот к этой метке Назамс, чтобы Назамы по вам отстреляли часть ракет. Назамы, они же перехватывают ПРРки, да, извините за мой русский, вот, и если они по вам отстреляют часть своих ракет, соответственно, потом нашим штурмовикам будет проще атаковать назад и уничтожать. Они нам будут очень здорово мешать в этом месте, поэтому после уничтожения пары истребителей противника необходимо штурмовикам F-18 и Су-25 проатаковать назамы и проатаковать вот этот ХОК. Он находится конкретно не здесь, да, он находится где-то здесь, может быть, даже вот здесь. Короче говоря, вот назамы и где-то вот здесь вот, вот где-то здесь вот ХОК. Как только вы все это уничтожаете, соответственно, в дело уже вступают наши штурмовые вертолеты и штурмовые самолеты. Теперь давайте пройдемся по списку. Значит, мне нужны истребители. Значит, стартуете. Стартуете вот здесь и бегом летите сюда. Соответственно, чтобы на вас сагрилась пара, вы ее сбиваете. Дальше уже там я вам скажу, что делать. Идем дальше. Значит, это F-18. Зеро, Чичкорт, Хорнет, Фрактас. На месте. Все тут. Все тут, да. Вы сейчас загружаетесь хармами как следует, да. И легалити тоже загружаешь свой Су-25Т ППРРками. А вы загружаетесь хармами. Работаете по назамам, работаете по ХОКу. Вот. Далее, когда вы уничтожите ПВО, да, я уже приземлитесь, поменяйте вооружение и будете работать уже по конкретным целям, по координатам. Дальше. К-50. Гаррет, Амар, четверка. Здесь. Гаррет, тут. Амар тут. Ага, все, отлично. Значит, мужики, ваша задача, вы взлетаете по низам, ждем истребителей, где-нибудь вот здесь зависнете, около аэродрома. Вы стартуете вот здесь, вот с этих кораблей. Взлетаете и где-нибудь рядом крутитесь, ждете команды, соответственно, можно быстро не взлетать, ждете команды, когда можно уже безопасно отправиться к острову. Подлетаете к острову, уничтожаете вот эти ПВОшки, две.
одну, вторую, потому что они ближе всех находятся к месту высадки транспортных вертолетов, и они будут очень здорово мешать. Уничтожаете здесь, потом уничтожаете вот это ПВО. Дальше я буду давать команды. Разделитесь, часть будет здесь работать, часть будет здесь работать. То же самое касается ударных вертолетов Ми-24 и кто у нас там еще есть, этот, как его, Апач. Значит, что делают транспортники? Транспортники стартуют где-то здесь, на Хасабе. Летите сюда, занимаетесь погрузкой пехоты. Для Ми-8 20 человек, две группы. Для Ми-24, соответственно, 4 группы по 8 человек. Ваша задача – отвезти Ми-8 одну группу вот сюда, выгрузка пехоты. Там три палаточки стоят, увидите. Вторую группу к аэродрому. Тоже стоят три палаточки. И танки. А есть разница, какую группу куда? Нет, разницы никакой нет. Угу. Забираете. А Ми-24 то же самое. Две группы везете. Везете, значит, сюда. Ми-24 транспорт везет тут сюда. Две группы. И две группы, соответственно, сюда. Ну, все подписано. В принципе, разберетесь. Я на связи, со мной свяжетесь. Ми-24. Оба два здесь. Вы выполняете точно такие же задачи, как и К-50. Сначала отрабатываем по этому острову. Потом, соответственно, я вас распределю. Идете на два направления для работы по укрепрайонам. Теперь остался Дема у нас. Наземщик. Тут. На месте. На месте, да? Значит, твоя задача управлять бронетехникой. Практически вся бронетехника доступна. Можно как и садиться внутрь, можно, соответственно, двигать ее по земле. А специально для тебя еще поставил две машинки, которые, если я не ошибаюсь, могут подсвечивать лазером цели. Здесь две и здесь две. Твоя задача, в общем, кататься, пытаться найти врага и либо самому там на танке его уничтожить, либо подсветить лазером, либо дать какие-то ребятам наводки там, вот там-то стоит по таким-то координатам. Честно говоря, я не знаю, что еще придумать наземщику. Делай, что хочешь, твори, что хочешь, но я тебе сразу говорю, если ты погонишь танки вперед, тебя там сожгут к чертовой матери. Поэтому надо немножко подождать, пока...